Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск, в котором вы узнаете о самых интересных событиях из автомобильного мира. И в сегодняшнем выпуске я расскажу вам о следующем. Новая BMW 4 серии раскрыла свой облик задолго до премьеры. В Audi рассказали о технических характеристиках нового поколения S3. Toyota представила спортивную версию Highlander. В прошлом году компания BMW неожиданно для всех представила довольно необычный Concept 4, который ознаменовал новую эру в дизайне баварских автомобилей. Одной из главных особенностей концепта оказались огромные ноздри почки, которые далеко не всем понравились. И спустя какое-то время в сети поползли слухи о том, что новое поколение 4 серии получит дизайн в духе концепта. Огромные ноздри станут новой фирменной фишкой автомобилей BMW. Та часть фанатов, которым ноздри не пришлись по вкусу, до последнего надеялись, что в BMW передумают и в серию пойдет автомобиль с менее крупной решеткой. Теперь можно с полной уверенностью сказать, что этому не бывать. На днях в сети были опубликованы шпионские фото нового поколения BMW 4 серии. И как вы можете видеть, огромные ноздри никуда не делись. Больше того, серийная версия сохранила все ключевые элементы концепта, в том числе и узкие раскосые фары. Получит ли такой дизайн новая BMW M3? Скорее всего, нет, так как в компании давно уже заявляли о том, что преследуют цель создать уникальный облик для каждой модели, и новая четверка внешне не будет иметь ничего общего с тройкой. А теперь главный вопрос. Зачем в BMW идут на такой неоднозначный шаг? Если верить шеф-дизайнеру компании, BMW всю свою историю преследует единственную цель. Ее автомобили должны вызывать эмоции. Неважно, положительные они или отрицательные, главное, что они есть. То же самое будет и с новой четвертой серией. Вы либо полюбите ее, либо возненавидите. Но безразличными вы к этому автомобилю точно не будете. А именно этого и добивается марка. Компания Audi раскрыла часть технических характеристик нового поколения S3. Данное событие произошло на закрытом мероприятии, где ограниченному числу журналистов дали возможность проехаться на предсерийной версии подогретого хэтчбека. Итак, что же нам готовит новое поколение S3? На самом деле не стоит ждать революции. Под капотом будущей новинки будет установлена 2-литровая турбочетверка с отдачей в 320 сил, что всего на 10 сил больше, чем у нынешнего поколения. Заряженный хэтчбек сохранит полный привод Quattro, а в качестве КПП, вероятнее всего, будет использоваться 7-ступенчатый робот. Будет ли компания предлагать версию с механикой, пока неизвестно. Основными конкурентами для новинки выступают Mercedes A35 AMG и BMW M135i. Вероятнее всего, новое поколение Audi S3 будет представлено вместе с обычной версией A3 3 марта. Вживую с новым поколением можно будет познакомиться на Женевском автосалоне. Toyota представила подогретую версию кроссовера Highlander XSE. Новинка отличается от стандартной версии более массивным бампером с развитыми воздухозаборниками, новой решеткой радиатора с сотовой структурой и более агрессивным дизайном светотехники. А мускулистый капот и отсутствие каких-либо хромированных элементов добавляют автомобилю брутальности. Сзади кроссовер выделяется благодаря новому бамперу и сдвоенным патрубкам выхлопной системы. Интерьер новинки выполнен в темно-красных тонах с использованием декоративных вставок. Подогретая версия Highlander оснащается 3,5-литровой V-образной шестеркой с отдачей в 300 сил и будет доступна как с передним, так и с задним приводом. Новинка получит новые настройки подвески и рулевого управления, что должно положительно сказаться на управлении автомобилем. Цены на заряженную версию в компании пока не сообщают. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Оставляйте свои комментарии по поводу услышанного и увиденного, а также не забывайте о нашей группе в Instagram, в которой есть календарь премьер, благодаря которому вы не пропустите презентацию любимого автомобиля. Ссылку на группу я оставлю в описании к этому видео. Всем удачи, пока!